А сейчас на дороге Астаны в столице, в городе запустили автоматизированную систему взвешивания большегрузов. Работает она на основных въездах в город. Такой мерой в Министерстве транспорта намерены сохранить столичные дороги, предотвратив их разрушение. Система фиксирует нарушения моментально, водителям направляют уведомления, а после штрафуют. Однако не все водители готовы соблюдать новые правила и находят объездные пути. Чем это грозит, узнавал наш корреспондент. 227 водителям большегрузов грозит штраф в Астане. Они ездят, загружаясь больше положенного. Например, на 100 тонн вместо допустимых 25. Размер штрафов варьируется от 150 тысяч до 4 миллионов тенге. Все зависит от того, насколько превысили вес. Нарушители получат предписание от инспекции транспортного контроля. Их выявила новая автоматизированная система, которую запустили в столице несколько дней назад. Одним из факторов разрушение автодорог является проезд автотранспортных средств, которые нарушают, получается, разрешительные массы допустимые. В городе Астане сейчас на данный момент зарегистрировано около 6300 самосвалов, которые перевозят инертные материалы с 129 карьеров близ столицы. И они являются потенциальными нарушителями установленных норм. Новая система появилась на самых интенсивных трассах близ Астаны. Она помогает разгрузить там традиционные стационарные весы. К тому же в разы быстрее взвешивает. Еще один плюс – цифра исключает человеческий фактор и коррупцию. Григорий Лукьянов не первый год за рулем грузового авто и старается не нарушать правила. У нас уже взвешивали много раз, и мы никогда не превышаем груз. У нас даже вот берем меньше всегда. Одну машину как контрольную останавливали. И нас отпустили. Также вот вез 16 поддонов и все. Однако большинство предпочитают ездить по-своему. Чтобы обойти автоматизированную систему, водители грузовиков даже закрывают разными способами государственные номера. Один из последних случаев произошел на объездной дороге Астаны близ поселка Кызылсуат. Водитель, пытаясь проехать в объезд весов, наехал на служебную машину инспекции. Эту щебень высыпали на обочину водители трех самосвалов. Таким образом, они попытались избавиться от тяжеловесного груза. Перевозчики отказались проходить транспортный контроль и протаранили служебный автомобиль сотрудников. Правонарушителей задержала полиция за мелкое хулиганство. Их арестовали на 15 суток. По подсчетам комитета автомобильного транспорта и транспортного контроля, в прошлом году за перегруз водителей оштрафовали на 46 миллионов тенге. Но, как показывает практика, они продолжают нарушать установленные правила. Поэтому на территории республики власти планируют установить еще 220 таких аппаратов. Айдана Папанина, Багдад Кайркен, 24 КИЗ.